День рождения бутика «21 век VIP» открыл сезон светских вечеринок этой осени. Гости приема с удовольствием позировали в нарядах из новых коллекций и делились своими осенними настроениями. Мы очень благодарны, что вы все к нам пришли. Мы очень благодарны семье Винков, что нас пригласили на это хорошее и интересное мероприятие. Мы очень рады вас видеть. Мы желаем вам всем добра, счастья, любви, тепла. Этой осени хочется теплоты, красоты, бархата, вельвета. Но лично мне хочется бархата, поэтому сегодня я, наверное, в этом прекрасном красивом платье. Хочется такого какого-то изыска, французского шика. Чего-то яркого, морского, свежего. Поэтому, согласно коллекции «Балман», которую мы сегодня показывали, она замечательная, красивая, золото и черное. Королевский синий и черный, хочется вот в этих тонах провести осень. Это же зависит от темперамента, то есть на самом деле каждая девушка индивидуально, да, то есть кому-то подходит что-то, вот кому-то подходит чистая талия, да, кто любит Дольче & Габбана, это женственность, такая сексуальность, кто-то любит выдержанность или как комфорт, элегантность, это Брунелло Кучинелли. То есть можно о каждом бренде говорить отдельно, и мне кажется, для каждого бренда на самом деле есть свой клиент. То есть даже так говорить, это плохо, это хорошо, я так не могу, потому что мы все очень разные, каждому идет что-то свое. Был год, когда я любила Филипп Лейн, сейчас я полюбила почему-то Ив Сен Лоран. То есть меняется мода, как-то меняются вкусы. Там кто-то любит Брунелло Кучинелли. То есть когда-то я и Дольче & Габбана любила, сейчас тоже немножечко от нее отхожу. То есть это все индивидуально. Кульминацией вечера стал показ новых коллекций. В числе знакомых челябинцам брендов особо хочется отметить премьеру сезона. Сейчас вы увидите очень много луков с новой коллекции. Надеемся, что показ вам понравится. Этот бренд представлен впервые у нас в бутике, и поэтому мы хотели как раз к нашему новому дню рождения подготовить показ, где мы можем показать очень много луков с новой коллекцией бренда Balmain. Это может быть как деловой стиль, так и вечерний стиль. Оно в себе сочетает очень многое в зависимости от каблука, там, от прически, от деталей, которые можно смиксовать. Поэтому оно такое очень многообразие создает в образах и вполне так для многих. Сегодня и бизнес-вумен, и творческих деятелей, но сегодня такое создало настроение, что можно приобрести для разных совершенно ситуаций в жизни. И он очень показался таким своим родным, по своему силуэту. Вообще, мне кажется, очень женский силуэт, когда мы видим, мы уже отвыкли носить высокие плечи, и это как-то нас возвышает, делает осанку более такой строгой, правильной, классической, открывается лицо, фигура женщины по-другому, силуэт. Мы видим талию, видим ноги. То есть это такой некий шик, сексуальность, сдержанность и какой-то, ну, можно сказать, высший пилотаж. Она такая более традиционная, она тоже интересная. Вот. Но она такая прям, знаете, классическая какая-то, красивая классическая коллекция. Важной составляющей этой роскошной вечеринки стала благотворительная кампания в поддержку животных. Публика восприняла эту идею с воодушевлением. Творить добро – это очень приятно, и
мы тоже этим самоутверждаемся. Даже как в брендовой одежде нам приятно ходить, также и помогать нашим близким друзьям, животным. Поэтому сегодня с удовольствием мы делаем большие пожертвования, с удовольствием от всей души, что Валентина купить, что нашему маленькому леопардику помочь. Мы все с удовольствием это делаем. Я считаю, что вообще добрые дела, конечно, не надо забывать, потому что наша жизнь складывается, и наше состояние душевное все-таки из таких поступков, из фактов. И вот маленькие какие-то животные, как сегодня мы видели, леопарда маленького, это то самое, что мы должны хранить, оберегать, не забывать о том самом, что мы люди, и красота спасет мир. Но красота человеческая, принцип, отношения, доброта, милосердие, нравственность, вот это спасет, а не люкс тяжелый и красивые украшения. Без этого они просто ничто. Вечер оказался приятным и интересным, роскошным и вместе с тем душевным. А значит, осень обязательно будет разнообразной и непременно стильной.